ты сказать, со стрельбой кувыркаешься? Ха! Клоун! Ну и Матис! Так недалеко до белой горячки! Все, хватит, месье Виктор! Я беру отпуск на 3 дня и уезжаю к своей сестре Жварни! Поезжайте, Маруся! Иван, а ты давно хочешь приехать? 5 лет как следующий. А так сам ты еще не избавился. Я француз! Да русский, Иван! Иди. Не, ну вы издеваетесь, ребят. А вы, ребят, с какого города? Я с Прованса приехал. Я прямиком из Парижа. Прямо с столицы Франции? Ну и что местный? Полный стакан. Клоун. Это правда? Ну откуда это, ребят? Здорово, братцы. Здрасте. Здрасте. Не пугайтесь, я не бандит. Я комиссар. Ух ты. Блин, забыл, как себя зовут. Ладно, я комиссар Виктор. Криминальная полиция Парижа. Картишки любим? Да. Да. Обычно. Я не умею в картишки. А чего вы умеете? Да как так? Я умею стрелять из этой пушечки, братцы. Постараемся ответить на мои вопросы. Знаете такого Жапарвиля? Не все Жапарвиля. Нет. Нет. Он держит в Париже ряд наркоманских притонов. Месье, мы не умеем, не знаю, что он говорит. Сейчас портфель, месье. Молодцы. Ты чем занимаешься? Тебя как зовут? Жорж. Я плаванием занимаюсь. А это Жак. Молодец. И Иван. Атлетикой. А я? А ты что? Русский? Да. Уважаю русскую поэзию. Сколько лет в Париже? 5 лет. С дедушкой приехал. Молодец. Так, парни. Меня легко найти. Через 2 квартала у меня там офис. Спросите комиссара Виктора. Молодцы. Никогда не употребляйте наркотики. Если что-то будет известно про месье Жапарвиля. Давайте. Давайте, молодцы. Все, мне некогда. Удачи, удачи. Давайте. Мы что, пойдем в зоопарк, месье Бомбон? Я вам сейчас зоопарк устрою. Прямо здесь. Ну и клоун же этот комиссар. Есть какого-то Жапарвиля. Добрый день, месье Рональд Крокет. Очень приятно. Хотите сдать мою книгу? Что? Нет, нет, это невозможно. Я своими друзьями не торгую. Вы не представляете, сколько он стоит! Миллионы! У меня есть на него покупатель! Ага! Как говорят французы, дело в шляпе, да? Миллион долларов. Прощайте, мистер Крокет! Да, еще! Не играйте в эти игры с папашей Фантомасом, он этого не любит. Я его сам боюсь. А знаете почему, месье? Ха-ха, издатель. Да потому что месье Фантомас, истинный парижанин, от кончика хвоста до ушей. Да-да-да, и синий лев тоже. Послушайте, что вам дался этот синий лев, а? Напишите про своего синего льва, про кота звездно-полосатого. Все, я ушел. Куда ловить Фантомаса? $1 000 000. Ёшкин матрёшкин. Всё, что там? Леон!
Успокойтесь, мадемуазель. Вы знаете этого субъекта? Нет, я его не знаю! Успокойтесь, мадемуазель. Вы знаете этого субъекта? Нет, я его не знаю! Да успокойтесь, что вы... Руки вверх, стреляю на поражение! Урод! Снято. Комиссар! Вуаля! Слава богу, что вы пришли на помощь! Комиссар! Как жаль! Леон Роже! С этой минуты вы комиссар криминальной полиции Парижа, а я назначен Марсель бригадным комиссаром по борьбе с мафией на побережье и контрабандой наркотиков. Прощайте, мои друзья. Через час у меня экспресс на Марсель. До свидания. Здравствуйте. Сегодня мы закончили съемки кинокартины «Неподражаемый Виктор». Я в этом фильме играю друга главного Виктора. Он писатель у нас. Я тоже герой его романов и контролирую его произведения. И хочу быть всегда главным, сильным. А он мне всегда меня хочет, чтобы я слабым был, трусом был. Я ему запрещаю это делать, и я в его произведениях всегда требую, чтобы был героем, победителем был. За фильм снимали 2 года его. Наконец-то сегодня закончили. Мадемуазель Маруся, может быть, вы скажете 2 слова, 3 про наш фильм?